Доброго дня, рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Час хвилюватись, друзі, і сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про те, як прожити і при цьому не тужити. У нас в гостях голова Миколаївського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» Наталія Володка. Наталія Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Всегда рады вас видеть. Тем более, что и тема нашей беседы, она, я так все-таки полагаю, что она очень злободневна и очень нужна. Как прожить и не тужить? Все мы хотим жить и не тужить. Но есть категория людей, которым не тужить очень сложно. Будьте добры, что это за категория людей? Спасибо, здравствуйте. Мне очень приятно, что вы пригласили, причем с такой достаточно сложной, ответственной темой, как не тужить. Да, наступает определенный период, который мы называем старостью, что бы там ни было, но этот возраст однажды приходит, и действительно в этом возрасте сложнее сохранить внутреннюю гармонию, принимать окружающий мир и всех, кто рядом, с радостью. В этом возрасте более всего ощутимы потери. Потери и связаны со здоровьем, потери, возможно, те, кто дорог и близок. Поэтому все, кто сталкивается с такими людьми, с вот такой возрастной группой людей, должны это понимать и учитывать. Должны, но не всегда это понимается. Не всегда понимается. К сожалению. Не всегда это, знаете, люди этого возраста воспринимают этот период действительно в соответствии с теми рекомендациями психологов и специалистов, которые этим занимаются, медицина, рекомендуют воспринимать каждый день как подарок, да, потому что любой день никогда не повторится, мы это с вами знаем. Каждое мгновение в этой жизни действительно уникально. И если человек, который даже не может покинуть дом, но сделает несколько шагов к окошку и увидит эту красоту мира, вот эти деревья, птицы. Кстати, сейчас очень многие геронтологи рекомендуют наблюдать движение птиц. Это как бы профилактирует деменцию, старческое слабоумие. И более того, если еще не просто наблюдать, а изучать, да, какая это птица. Ну, сегодня, вот, допустим, может порадовать синичка, да, но сейчас много птиц, и можно просто созерцать. Вот если этому научиться, и вообще чаще смотреть в небо, даже из окна или с балкона, да, то тогда мир представляется несколько другим. Я уже не говорю о том, что можно видеть движение деревьев, да, листочков. Это тоже приятно. В конечном итоге мы можем доставить себе удовольствие. Это путешествие в свое прошлое. Помните, была такая пластинка «По волнам моей памяти». Ну вот можно превратить такой вот, себе доставить радость, альбом, фотоальбом, просмотр, но не с тем, что я потерял, а с тем, что у меня было именно с благодарностью. Там, где, возможно, какие-то семейные архивы, возможно, те же пейзажи или те же оставленные снимки, которые дарили приятную память. Ведь, согласитесь, есть фотографии, которые нам напоминают о том, что нам, возможно, больно, но с этой болью можно все-таки найти то радостное и приятное. Это не моя идея, это рекомендации специалистов, которые работают с людьми, где есть потери. Наша жизнь, к сожалению, так состоит. Есть и радость, есть и грусть. И эту грусть нужно уметь притворить в радостное событие. Ведь из этого можно сделать событие. Понимаете? Даже путешествие от своей постели до окна – это событие. Понимаете? Для того человека, который длительно находится, да, в доме. Ну да, у нас есть, к сожалению, категория пожилых людей, которые в силу своего здоровья не могут выходить уже на улицу. Не могут. Вот они заключены в стенах своего дома. И да. Поэтому это уже какой-то определенный стресс, правильно? Конечно. С ним нужно смириться. Конечно. Конечно. И вы знаете, нужно себя за это еще поощрять. И те, кто живет рядышком, семья, если
пожилой человек находится в доме, да, они должны понимать и поощрять все это. То есть, допустим, 5 шагов, 2 шага – это уже здорово. Знаете, сегодня ведущие геронтологи не только Украины, но и других стран, они акцентируют внимание на активизации, они акцентируют внимание на физической активности во что бы то ни стало. Даже поменять положение, усадить, приподнять, переставить, ну вот как-то поменять из положения лежа в положение сидя, это очень много. И более того, если тот, кто рядом с этим человеком либо ухаживает, либо с ним вместе проживает, да, он имеет, то есть, как бы, скажем, должен все это понимать, учитывать и вместе проходить все эти шаги, понимаете? Да, это порой сложно, порой это можно с помощью подсобных средств. Вот у нас, кстати, такие программы работают. Мы неоднократно проводим занятия, как человеку создать комфортную среду, если он не может покинуть свой дом. Как вместе с родственниками оборудовать эту комнату, да, чтобы ему было удобно, чтобы не, ну, меньше напоминало о том, что он в меньшей степени активен. То есть стараться сделать так в комнате, чтобы ему было приятно. Чтобы, проснувшись, он все-таки мог увидеть в окошко, если он не может подойти, увидеть это окошко открытое, да, и действительно подарить ему улыбку, вплоть до того, что нарисовать эту улыбку, прикрепить эту улыбку к шторе, я не знаю, вот к чему-то такому, чтобы было ему приятно, мотивировать к радости. Знаете, мне на одном из семинаров очень понравилась такая фраза физиотерапевта, которая 70+, она проводила с нами занятия, это было замечательно, это в рамках программы «Место встречи. Диалог», да, и которая поддерживается немецким фондом «Память. Ответственность. Будущее». И прозвучала такая: найдите возможность искушать жизнью и искушаться жизнью, понимаете? Потому что жизнь действительно великолепна и прекрасна. Но искушать – это такое двоякое слово, Наталья Анатольевна. Именно искушаться в хорошем смысле, радостью, понимаете? Искушаться радостью, спешить радовать. Вот, наверное, на вопрос, как у тебя дела, да, как у вас дела, через чрезмерную боль можно сказать: я стараюсь, я радуюсь. У нас была такая в организации, в нашей женщина-подопечная, которая при ампутированной ноге, да, у нее была ампутация ноги, при визитах к ней на вопрос, как у вас дела, она с улыбкой отвечала: все хорошо, и я вам желаю этого же. Понимаете, вот такая вот ответная, это был удивительный урок для нас, кто приходил и понимал, что очень непривлекательная ситуация, да, но человек настолько жизнестойкий, человек, который пережил войну, который был в оккупации, человек, который отказывал себе во многом, который получил высшее образование, потому что при том, что отец погиб, понимаете, но человек прошел сложную школу жизни и при этом вот имел такой удивительный характер. Кстати, на вопрос, что бы вы хотели, был ответ всегда такой: спасибо, мне ничего не надо. Понимаете? Это очень сильная женщина. Угу. Таких мало, Наталья. Мало, это редко встречается, когда человек доволен тем, что он проснулся, что за ним ухаживают. Хотя бы он заставляет себя быть довольным, да, хотя бы так. Да, это наверное, особый дар. Угу. И вот, наверное, этому дару тоже можно учиться. Мы же все очень разные. И мы по-разному воспринимаем все рекомендации, да? Кто-то принимает, что 30 минут в день, все 5 дней в неделю нужно трудиться. То есть это физическая активность, и она может состоять из самых простых упражнений, которые можно выполнять в постели. Можно эти 30 минут подарить себе прогулку для тех, кто покидает свой дом. Вот поверьте, я много лет уже работаю с нашей организацией, которая активизирует людей определенного возраста, возрастных людей к волонтерской помощи друг другу, да, по принципу друг другу, помоги себе, помоги другим. И они очень активны. И действительно, каждый день практически они в движении. Как минимум 30 минут они проходят, если не более.
Я вчера встречаю нашу замечательную Людмилу Яковлевну, волонтер удивительный просто, которая уже обошла двоих людей, да, вот визит у нее, такие социальные визиты, где она успела подарить радость, понимаете, получить радость. Несмотря на жару, да? Несмотря на эту жару, с угощениями. То есть, вот понимаете, это удивительно. Угощение из ее сада. Вот она собирает эту фрукту, да, она приходит, вот она спешит радовать. Ей это нравится, ей это доставляет большую радость, потому что она получает ответ, ну, понимаете? Ведь это все взаимосвязано. Когда у человека есть улыбка на лице, это приятно. Причем это не искусственная, да, а действительно такая благодарная. Наталья Анатольевна, ваша организация и ваши люди, волонтеры, которые состоят в всеукраинской благотворительной организации «Турбота о пролетних в Украине». Это, можно сказать, что это обученные люди? Да. У нас обязательно семинары, у нас обязательно тренинги, в которых принимают участие не только волонтеры, но и есть такие программы, где принимают участие и родственники, имеющие пожилого человека в доме. То есть, кроме того, что мы знаем, есть социальные работники, которые приходят, да, есть волонтеры, которые выполняют определенную функцию, и, я хочу сказать, они выполняют очень значительную миссию. Действительно, это миссия, потому что работать бесплатно с теми людьми, которые оказываются в сложных ситуациях, это, поверьте, сложно. И тем, для того, чтобы принимать участие, но не принимать на себя все эти проблемы, этому нужно тоже научиться. Поэтому с ними проводят занятия специалисты для того, чтобы выполнялась работа качественно и у волонтера не было выгорания. Это может быть тоже эмоциональное выгорание. Вот потому что действительно очень много проблем возникает, правда же? Кроме того, что они тоже имеют 60+ возраст. И да? Плюс у них свои и тоже свои, проблемы. И свои семьи, и свои внуки, и свои правнуки. У нас очень многих людей уже есть правнуки. Они такие, да, вот настолько семьи, которые уже третье поколение, да, и тем не менее иногда смотришь на них и думаешь, такого быть не может, чтобы они были уже прабабушками, потому что эти люди нас великолепно выглядят, понимаете. Вот я наблюдаю за ними, да, уже сколько времени, мне кажется, что они замерли в определенном возрасте, и невозможно представить, что они уже стали прабабушками или прадедушками, понимаете. Я думаю, вот в этом тоже есть секрет долголетия. В том плане, что чем больше отдаешь, тем больше дается. И несколько иначе воспринимается жизнь и каждый прожитый день как благодарность. И потом, наверное, знаете, еще что очень ценно, это диалог поколений. Ведь в нашей организации не только люди возрастные, да, у нас еще есть и молодежь. Для того, чтобы, наверное, передать тот опыт, который имеют люди пожилого возраста, и молодежь была открыта к этому опыту, чтобы они с радостью, знаете, чтобы это было не навязано, вот, да, возьмите, вот так делайте, а для того, чтобы они услышали, у нас такие программы. Мы вот вместе проводим какие-то акции, где ненавязчиво они видят, как себя ведут люди, да, что у них можно принять. И принять вот старость как возраст достаточно интересный, насыщенный, очень, знаете, насыщенный, скажите, знаниями, опытом, мудростью, понимаете, которые нужно принять. Это очень ценно. Не та старость, которая раздражительна, которая нетерпима, а та старость, которая хочет слышать молодежь, которая принимает. У нас в одной из организаций, это я, киевская организация, одной женщине было почти 90 лет, вот она имела правнука, который стал ее реже посещать, а ей хотелось его видеть чаще. Так вот она, зная, что он увлечен футболом, изучила все эти нюансы, все эти тонкости футбольной игры и приглашала его посмотреть вместе, чтобы обсудить. И пообщаться. Она узнала все его любимые команды, она его любимой команде знала все, всех его, всех футболистов и так далее.
правнук стал у нее бывать настолько часто, что вы, то есть все, скажите, матчи, да, которые значимы, они смотрели вместе, радовались вместе, восторгались вместе, обсуждали вместе. В семье его она прабабушка. Она прабабушка, то есть правнук к ней приходил. Бабушка на это смотрела с удивлением, а потом она тоже подключилась к этой программе, понимаете? Вот как, насколько увлекательно, насколько мудро подошел человек почти 90 лет, понимаете? Вот вы сейчас коснулись очень главной темы, Наталья Анатольевна, это атмосфера в семье. И очень здорово, когда пожилые люди понимают, что для того, чтобы привлечь молодежь к себе, им нужно разделять интересы молодежи. Я уже слышу, как некоторые телезрители говорят, почему мы должны принимать сторону молодежи, если мы уже столько прожили, у нас такой колоссальный опыт. Пусть лучше принимает молодежь нашу сторону. Но для того, чтобы был диалог, для того он и диалог, чтобы и эта сторона. Так, Наталья Анатольевна? Да. Вы знаете, для того, чтобы быть услышанным, нужно разговаривать. И разговаривать нужно в позитиве. Наверное, нужно услышать своих внуков и правнуков, и детей, понимать их занятость, понимать, что время изменилось, что они в чем-то намного продвинутее нас, возрастных. Да? Я хочу подчеркнуть, что так как молодежь работает с компьютером, многие не владеют так, да, этой функцией, как молодежь. И если это взаимодействие, это очень полезно. Кстати, очень полезно, потому что все геронтологи утверждают, новые функции – это полезно для пожилого человека. Чем больше человек делает сам, самостоятельно, а не с помощью, но с помощью так, допустим, рядышком, это лучше запоминается, и потом этот навык входит в нормальное функционирование, и уже не нужно внука или внучку или детей отвлекать для того, чтобы получить пенсию. То есть подходите вместе к банкомату и научите так, чтобы он обходился без вашей помощи. Это правильно, это нормально. Это профилактирует все обострение, все проблемы в определенном возрасте. Как и изучение поэзии. Читать стихи. Поэзия – это всегда великолепно. На мой взгляд, поэзия – это любовь. Это же так прекрасно. Какие-то четверостишия. Повторять, искать из памяти. Опять по волнам моей памяти. Это же не только путешествие по фотографиям. Это поэтические строки. Это самое приятное мгновение. Знаете, это, возможно, посещение музея. Ведь есть определенные дни, когда они предоставляются людям пенсионного возраста бесплатно. И очень замечательная программа. Это, да, это есть. Есть очень много мероприятий, которые бесплатные и дарят позитивные эмоции. Это связано с музыкой, с какими-то концертами, да? Прекрасно, это же звучание, это самые лучшие звуки. Хотя, что может быть лучше звуков природы? А это утренняя прогулка или вечерняя сложнее. Утренняя прогулка действительно состоит из звуков природы. Пока еще не проснулся город, пока еще не шумят машины. Вот. Можно позволить себе прогуляться, выйти на улицу и наслаждаться всем тем, что нас окружает. И тогда, возможно, не будет такой реакции на новости по телевидению. Понимаете, и тогда, возможно, не будет такой реакции недовольства. Надо быть более довольным своей жизнью. Даже если жизнь тебя не балует. Знаете, у Вольтера было великолепное выражение. Вольтер – философ, да, и мы понимаем, что в определенное время дожить до 80 лет, он прожил 80 лет. Это очень много. И он говорил, я решил стать счастливым, потому что это полезно для здоровья. Вот если это взять за концепцию для пожилого человека, это великолепно. Вот тогда можно действительно наслаждаться и радоваться жизни. И благодарить тех, кто рядом. Поверьте, надо, я думаю, что вы это хорошо знаете, и надо, наверное, человеку, который проживает вместе с детьми, понимать, что дети и внуки на работе, на занятиях, у них много времени, которое отнимает эта вся их занятость, и порой, если они вдруг не услышали, не обижаться, а подойти и сказать, ты знаешь, я вот подумал, тебе, наверное, действительно было сложно сегодня, ты уставший, я вижу твой, да, утомленный взгляд, я могу чем-то тебе помочь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты
радовался вместе со мной. И сказать это с улыбкой, а не с упреками, понимаете? Вот тогда, наверное, и те, кто рядышком, улыбнувшись, скажут, ну что ты, все замечательно. Да. Преодолевать будем вместе. Конечно, тем более, что улыбка, если особенно это искренняя улыбка, она всегда располагает. Наталья Анатольевна, но мне кажется, что радоваться, несмотря ни на что, это искусство, и это наука, которой нужно учиться. Ваши волонтеры помогают вашим подопечным, которых они посещают, вот этой науке обучать, потому что, коль мы уже, вы сказали, что ваши волонтеры все-таки это люди обученные, тренированные, несмотря на возраст, они владеют более-менее этой наукой и умением радоваться. Научить можно человека пожилого радоваться, если его ничего не радует? Ну, не радует. Вот не радует и все, в силу обстоятельств. Вы знаете, вот здесь, наверное, не научить, скорее всего, а вместе с ним постараться делать такие определенные действия, да, или такие определенные занятия, которые у человека невольно вызовут улыбку, понимаете? Да, они это умеют. Да, это подбирается, допустим, какое-то прочтение интересной литературы, да, возможно, даже юмор, да, чтобы это было, чтобы все-таки человек непроизвольно вошел в эту тему и хоть немножечко изменил мимику своего лица. Или глаза засияли, понимаете, порой глаза могут засиять от вкусной каши. Мы говорим о том человеке, который, допустим, не выходит из дому, и для которого это так важно, понимаете? Вот здесь действительно это мы все учитываем. Или, знаете, от того, что просто выслушали его. Выслушали, это тоже немаловажно. Знаете, не всегда специалисты имеют время и возможность выслушать человека еще и не один раз. Людям хочется говорить. Семья не всегда слышит, я уже говорила о том, что занятость определенная, да, и потом эти истории были услышаны не один раз уже, да, проговорены. Вот. И когда появляется новый человек, и человеку хочется рассказывать, нужно иметь возможность выслушать, но ограничив его во времени, потому что наши волонтеры, они тоже имеют колоссальную нагрузку. И поверьте, у каждого из них за плечами не просто опыт, а огромный еще жизненный путь, где есть и потери, и значительные потери. Но они сумели это преодолеть, именно помогая другим. Несмотря на свои проблемы, несмотря на свои трагедии жизненные, они находят в себе силы спешить радовать, спешить творить добро. Это не просто слова, это действительно состояние. Состояние души, которое умеет видеть светлое, даже там, где это светлое едва-едва пробивается. Да, да, наверное, самое важное и самое главное в жизни для наших волонтеров, знаете, это отнестись к каждому, к кому они приходят, с пониманием и любовью, и терпимостью. Порой бывают нетерпимые ситуации, и тогда мы думаем, как ее разрешить. Если люди несовместимы, мы стараемся, знаете, эту ситуацию не обострять, а сохранить волонтера, нам он очень ценен и дорог, понимаете. Бывает такая психологическая несовместимость, ну, понимаете, поэтому это тоже нужно учитывать, всегда это учитывается. Естественно, люди, которые приходят в семью, исключительно честные люди, это тоже очень важно, потому что это и доверить, да, и... Ну, ты впускаешь в дом чужого человека, значит, ему нужно доверять. Доверять. И потом еще есть такой принцип конфиденциальности, это тоже соблюдается обязательно. Наталья Анатольевна, очень много сейчас предупреждений звучит, особенно адресованных к пожилым людям, быть осторожными, потому что можно стать жертвой аферистов. Как пожилому человеку вашего волонтера отличить от нечестного человека? Волонтер ваш просто так, без договоренности, не придет. Да, договор, звонок, конечно. Говорится, когда, естественно, кто, да, оговаривается все. Конечно, конечно. Более того, я хочу сказать, мы предупреждаем
Да, Дин Друбова и подопечных в том числе о том, что это имеет место быть, и средства массовой информации, и сотрудники социальной службы об этом говорят. И, к сожалению, люди попадают в эти сложные ситуации. Печально. Это время очень, к сожалению, бывают такие непривлекательные ситуации, и пожилой человек оказывается жертвой. Мы говорим об этом, мы стараемся предупредить, но, знаете, все предупредить невозможно. Нет, все предупредить невозможно, но кое-что можно. Да. Наталья Анатольевна, и буквально одно слово, времени совсем нет, но одно слово для наших телезрителей. Одно, но можно два. Радуйтесь. И ну дарите радость. Наталья Анатольевна, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Подарили, я так думаю, нашим телезрителям радость, которой так не хватает, друзья мои. У нас сьогодні в гостях була голова Миколаївського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» Наталія Володка. Ми з вами хвилювались про те, як прожити і при цьому не дожити. І як ви бачите, це можливо. Можливо, з... можливо, якщо ми будемо радіти один одному. Ну а зараз, друзі, не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.